На финише чемпионата оренбуржцы обошли нижегородцев в розыгрыше. И на игру с Чертанова никто из наших не нуждался в дополнительной мотивации. Нужно было побеждать в Москве и точка. Пусть соперник из низов таблицы, но расслабляться нельзя. И на 15-й минуте слово взял Дмитрий Воробьев. Получив передачу на ход, он вошел в штрафную хозяев и спокойно реализовал момент. 1-0. На этом наш форвард не успокоился. Во втором тайме на исходе часа игры Дмитрий подкараулил отскочивший мяч и вновь точно пробил в угол. Через считанные минуты уже хозяева использовали свой шанс и сократили разрыв до минимума. Но сдержать Воробьева у них не получилось. Вновь оказавшись на острие атаки, он с кажущейся легкостью разобрался в ситуации и оформил хет-трик. В двух последних матчах на его счету 5 из 5 голов Оренбурга. Великолепная форма. Было сложно, потому что получилось забить 2 голи, але команда Чертанова создавала тоже свои моменты, забила гол 2-1 искала второй гол, аби забрала какие очко. Но надо сказать, что сегодня Дима Воробьев, у него был очень хороший день, забил 3 гола, поздравляю его. Компенсированное к матчу время, молодые москвичи сумели опять свести отрыв к минимуму и в последние секунды устроили нервную концовку. Но гости отстояли ворота и сохранили перевес, выполнив задачу. 3-2. Играли неплохо, эпизодами даже были моменты и забить голы, сравнять счет и даже выйти вперед был момент. Но, по крайней мере, соперник наши ошибки воплотил в голы, мы, к сожалению, нет. А нижегородцы довели наше настроение до максимально позитивного. Они сенсационно проиграли дома Енисею 1-2 и увеличили свое отставание до 4 очков. В очередном туре в воскресенье Оренбург будет принимать Томь. Анатолий Юденич, Антон Полянский, новости дня.